открыт. Такой. Для Гёсус Тетверы. А, он сделал? Да. Говорит, самой таскать гвердеты. Ну, все правильно. Ничего себе! Долго. Как живые? Ну, я и самое не стал. Времени нет, после работы потихоньку там. Круто! Молодец. Молодец. Талант. Вообще здорово. Вот что значит профессионал. Как под копирку. И с фотографиями так и. Да-да-да. А давайте шелкнемся. Все, давайте шелкнемся. Ну и сама Айда. Всем здорово. Как сделать погреб люк, чтобы он открывался и закрывался соответственно? Сегодня в этом видео вам и расскажу, как мы в деревне у родителей конструируем вот такую конструкцию. Давайте вы пока со стороны понаблюдайте. Вот, вкратце пробегу. Сегодня снял котел, короче, там немножко вот здесь вот соединение из-за того, что здесь много всяких переходников протекало. Вот. Потом давление сбросил, в принципе, нормально, но, конечно, вот здесь вот при откручивании нужно ставить заглушку, чтобы вода в котле все-таки, как бы сказать, сохраняла давление, поэтому пришлось здесь опять работать с тряпкой. Так, сегодня подготавливаем стену к декоративному покрытию. Какое покрытие, вы увидите чуть позже. И название. Как мы это делаем? Вот, если честно, мы будем это делать первый раз. Получится ли хорошо, получится ли плохо, кто его знает. Покажет одно лишь время. Ну, теперь давайте будем наблюдать, смотреть, как настоящий день работает. Так, сейчас я отрежу вот этот болт, готовлю. Это слишком длинный. Да, кстати, наверное, я не показывал, какой размер погреба. Вон в том углу, вот, не знаю, чуть попозже, может, покажу со светом. Стоит труба, вчера ее сушили газовой плитой, маленькой. Вот. А вот здесь вот наверху у нее вытяжка, она идет по вот этому перегороду, а по вот этой перегородке, вот здесь вот как раз рядом, и уходит туда наверх. Опять же, конструкцию делали первый раз. Опять же, все покажет время, как это работает. Вот как мы с трубу выставили, вот, то есть ситуация сразу поменялась. Поток воздуха, вот как вот показано на рисунках, то, что входная воздушная труба нужна от низа где-то сантиметров 15, по-моему, или 20 находиться. Вот, а, соответственно, вытяжка наверху. Так что циркуляция будет лучше. Как говорят.
здесь, два человека здесь. Улыбки приготовьте. Так, тетя Лиза не улыбается чудо. Давай. Давай ты на мою место. Кушать надо, это. А, да, Нормально, да? Там песок, Вовка, привезли. Я ездил два раза, не просто в заказ. А мамка не... Ну, кто не даешь? Честно. Кто, ну-ка? Я ездил. А то пока все девчонки, да? Протез заказывает, ездит. Девчонки лучше. Ну, это понятно, но... Сын, я понял то, что он женится и уйдет к теще. Ну, это да. Как я. А дочь около матери. А дочь около матери. Зеленовато-лимонный. И потому что больше цветов не нужно. Потому что эти обои как-то все уже, знаешь, приелось, когда каждый день этим ремонтами занимаюсь хоть чего-то нетрадиционного. Ну вот такой цвет, допустим, чуть-чуть посветлее. Ага. Да? Ну. А? Салатовый, да? Да, салатовый. Хорошо, там фисташковый, да. Ну, вот, наверное, получается, вот. Фисташковый цвет. Да, да, да. Он всегда приятный. А вот как вы скажете, полировать фисташковый? С чем? Ну, а почему цветом? Фисташковый, он готов уже идет? Есть готовый, а можно желтый туда, чуть-чуть это самое. Зеленый. Зеленый, да. И помимо, чтобы разбавлять. И будет фисташковый. А в основном-то все твой? Зеленый-желтый. Ага. Белая так. А белая ты контрастная, да. Если, ну, фисташку, да, что он грязь, ну, лучше два цвета вот эти брать. И чистые цвета брать. И зеленый брать, яркий такой, травяной. Ну вот. И желтый. Смешать, и потом уже белил чуть-чуть добавлять. И он, короче, выцветает вот этот, так что краска получается, она. Ну, если акрил, она чуть-чуть по тону будет светлее, когда высохнет. Да. У меня голова-то, у меня голову-то продуло 52 года. До 52 лет я и детей не видел. Бутылка была дороже. Да ладно. Пьянка. Ну что пьянка? Ну, грамм 200 выпил, как говорится, это. Не валялся это. Дома-то валялся.
Так и было. Да, было все. Главное, вовремя осознал. Ну, в прошлом. Вовремя. В прошлом, да благодарю Бог, сказал, вот бутылка тебе, папка, и вот мы, кого выберешь. Ну, а как-то, надо на человека уже влиять. Ну, иначе я помню, я вот здесь сидел, а там спал. Это хорошо, да, мы говорим, да? А вот они не хватают. Водитель. Да, там было. Да, да, да. Сейчас вот полы вырыли, под пол выкопали, под пол вы сделали. А под пол был в другом месте у вас. Под пол вот здесь был. А, здесь был, да? Mm-hmm. А, мы сейчас просто немножко туда сдвинули, mm-hmm. и вот получается здесь площадь. Mm-hmm. Там все зависит, все сегодня гидроизоляцию сделали. И под пол нужно. Вентиляция. Конечно. Как это, батя говорит, квартира моя. Как квартира, ты помнишь, да, это? Закрыл ты баску, пойдет. Ну, фисташковая, вот такая фисташковая. Да, а да. Вторая, второй цвет желтый, желтый, вот да. этот. Да, только по тону легче, что ли? Да, 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 да. И будет как мрамор такой. Вот, вот и прям серебро хочется. Серебро то сюда не пускать не будет. Я вам понял, да, это хвалить не буду, но. Я, когда дома начинает, ну, какой-нибудь салат хочется, вот, открываешь обычно холодильник, ну, чтобы в магазин не бежать, вот, что есть вот это, к примеру, я раз-раз-раз быстренько, а Лесь такая, типа, а что, говорит, это, салат, говорит, ты из этого что делать? Я говорю, ну, ты попробуй. Ё-моё, умакеш, а у меня там и горох, к примеру, там, или помидоры, там, и сыр, там, ну, всё, вот это всё, да, а основное получается такая, всё это ещё... Там подсолнечным маслом заправишь, на этим, запахом который, и вообще чудо, ум отъешь. Ну, натуральный салат, по сути дела. В интернете сейчас же он посмотришь, там что-то... Саша, это... Коль, Таня, Таня, да. Сейчас такой свиньи нету, как фотографии. О, это да, раз фотографируешь. Это все. У вас были всякие случаи, когда Коля вон там... Шоп. Помнишь, перенес? Пойдем, да, поддержишь, у меня никого нету, то детей. Кастрировать? Нет. Поросенок был, шашлык сейчас будем. Ну, я так стою, только отвернулся мне на голову, чтоб кровь такая. А зарезали, когда резали, что ли? Резали. Жестко. Нет, но он приехал. Говорит, это уезжать собирать. Я говорю, ай да, шашлычку, а где-то что? Я говорю, вон свинья-то в сарае стоит. Да, говорит, да. Мы с ним момент, где-то полчаса, да? Свинью раз быстро зарезали, хоп-хоп, и он задел. Да. Это было что-то, да, шок какой-то. Да, вспоминание короткое. Ездила там, да? Ну, конечно, постоянно этим занимаюсь. Нет, куда? В Грузию? А в Швейцарии, блин. Он, нет, он начал ездить уже в марте, он поехал в марте на Белое море. Карелия. Карелия, Белое море. Представляете, Петрозавод, да? Нет. Там где Финляндия. Ну, там север, были. Да? Только 12 километров от дома. Там он месяц, 3 недели, что ли, как? Да? Ну, почти 6 месяцев. Да, а ты в Майл.ру сейчас не ведешь, да, эти фотографии не укладываешь? В Майл.ру? В его инстаграме, наверное. В Фейсбуке, посмотрите. В Фейсбуке. Наверное, вы в Фейсбуке не подписаны, да? Продолжим съемки по ремонту. Сейчас вот начал делать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки. Вот сделал вот такой вот рисунок. Вот такой цвет. Так, вот одна сторона. Так, ну это вот другие пробники. Вот этот первый делался лепками на зир. Сначала делал подложку. Вот, подложку сразу создавал рисунком, дал немножко прям просохнуть. Вот и шпателька загладил. Здесь три цвета. Первый цвет это вот фисташковый, по-моему. Да, вот такой вот. Потом немножко тон потемнее, короче, и желтый. Так, ну здесь просто фисташковый немножко темнее. Так, ну это пока вот еще пятна, они не высохли.
целом вот так вот смотрится. Так, ну и вот такой вот рисунок. Не знаю, конечно, какой будет. С другой стороны, вот здесь на свету они смотрятся все прикольно, да? Да, ну потому что цвет. Начал просыхать, короче, начал давать эффект свой. Ну, по мне, мне кажется, вот это самый для меня. Так, а сейчас, конечно, надо еще кое-что попробовать, да. Хорошие ребята, живописцы. Со многими и в Италии был там, и, ну, по России много везде, куда ездил. Самарские ребята. А совместный проект или что-нибудь получается? Ну, совместный пока мы участвуем вместе. А совместно вот обменные выставки, самарские художники к нам. Угу. Мы везем самарских, вернее, чуваших туда. Самарских студентов. Обменные выставки мы делаем. Организовываете Сызрани. Вы сами это или все это? Сами, а кто еще? Вообще сначала. То есть это выставки все полностью организовываете, да? Ну, с музеями связываемся, все-таки, как бы... Они требуют финансирования? От Минкультуры? Нет, чисто говоря, вот, помещение бесплатно. Вот, афиши с той стороны, которая там везет работу, мы газуемся, вот, сами собираем деньги и спонсоров находим. Ну, я понял. Если заработаем там на чем-то, вкладываем. Я почему спросил? А когда муниципалы делают, они, естественно, уделяют денежные средства, ну, да, это мероприятие. Госказны. Да? Ну да. Вот сейчас бюджетные деньги. Вот сейчас мы, если проект готовим, там международный академический пример, там как-то уже с администрацией города есть определенные там, как бы, средства, которые идут на проживание в гостинице, оплата трансферов и все остальное. Вот, размещение, логистику, там газель, там машины, кисти, краски, телевидение, там все это оттягиваешь. Слушай, Коль, вопрос, вот смотри, как это правильно сейчас объяснить. Есть, к примеру, зеленый цвет. Какие к нему еще цвета подходят, чтобы был контраст? Ну, контраст. Ну, зеленый с красным всегда в контрасте. Вот. Зеленый с красным. Да, с оранжевым. Таким, с голубым, нет? Нет, ну голубой, он как бы. Бежевый. А для чего тебе? Декоративный. Да у нас вот смотри, мы вот на кухне этот, как его, плитка, ее не хотел сшибать, и поэтому мы хотим стену декоративной штукатуркой сделать. Что-то я кофе с молоком сделал такое, я не вижу там. Это грустно. Своей подругой. Я. Вчера там пробовали, после зовет. Вот еще вторая такая же. Горы. Горы одинаковые. Вот молодец. Ой, ты умничка. Коля, да? Сейчас, сейчас, подожди. Ну, наверное, будем по экземплярам записывать, чтобы... Вот это первый экземпляр. Потом скажу, из чего сделано. Вот это. Второй экземпляр. Это третий. Так.
это четвертый, желтый с фисташковым, здесь три цвета, пятый, вот, ну и тут вот такое еще, что-то, пятый, шестой. Так, сейчас, наверное, разбавлю немного краски, вот такой жиденькой, и пройду губкой, попробую, выделиться ли рисунок, вот эти все изгибы, вся красивая структура. Так, ну что, берем немного краски. Добавляем его. Черного красителя. Вот такое чудо получается. Так, беру влажную губку. Немножко воды нужно добавить, наверное. Можно это, конечно, быстрее сделать валиком. Что-то я не догадался. Так, пускай сохнет. Главный вопрос, наверное, что выбрать на кухню? Здесь такой вариант, вот такой вариант, вот такой вариант, вот такой вариант. Но это сейчас не обработано перламутром. Ну, это явно отпадает, это такой. Потом фасад можно. Еще есть с другой стороны. Но это потом. Разбавил перламутр. Лак тонировочный. Как тонировочным другого не было.
инструмент при такой работе должен быть всегда чист. Обнули. Сейчас посмотрим вот так вот. Вот они, экземпляры. Замкнутая штукатурка под номером 5. Под номером 6. Номером 7. Это под номером 7. Номер 8. Мазар Рассол у тебя есть. Мазар Рассол, он теперь приедет в другом такторе. Так, ну это темные экземпляры. Куда-нибудь, может, в коридор. Да нет, мало. Вообще было бы круто, да, мне кажется. Да. Там еще серебрянки бухнут. И вообще чудо было бы. Так, ну это уже другой вид штукатурки. То есть та была венецианская, но это всякие типа Венеции, наверное. Это под номером 1. Под номером 2 вот такой вот рисунок. Вот. Делается обычным шпателем. Борозды. Его, в принципе, можно уже красить в любой цвет, какой хочется. Так, под номером 3. Вот такой вот рисунок. Пока еще все это сыро. Но смотрится довольно так неплохо, я бы сказал. Давайте здесь. Так, продолжаем разговор. Под номером 4. Это пока шаблон. Скорее всего, здесь еще какие-то цвета пахнут, жахнут. Ну и здесь можно. А это уже готовый, но вот такой вот. Ну, как-то вот так вот. Давайте. Ставьте. Оставляйте комментарии, пишите, какую бы вы себе декоративную штукатурку сделали бы на кухне.